Всем привет, друзья! Сегодня у нас суббота. Я пришла на работу, выставила сюда цветы на скидке. Хочу вам показать. Вот такой букет фризии у нас стоит 5000. Вот такой букет кустовых роз стоит 5000. Здесь вот такие мини-букетики, тоже по 5000. Здесь вот две розы и эвкалипт. А здесь букеты, вот три тюльпана стоят 8000. И вот такой вот букет тоже стоит 8000. И самое дорогое, вот такая вот солянка из разных цветов стоит 10000 вон. Вот сделали два букета. Так как сегодня суббота, я сейчас сделаю фотографии этих букетов и нужно выставить в Инстаграм нашего цветочного магазина. И потом буду месить тесто. Завтра буду целый день печь, чтобы понедельник забрали. Кстати, позавчера нам сказали, что теперь будут забирать выпечку на другую точку два раза в неделю, это в понедельник и в среду. Сказали обязательно, чтобы сконы были больше 15 штук, это две порции по 9 штук, и остальное по 12. Это получается по одной, три вида. Четыре вида мы выпечки каждую неделю по два раза должны им отправлять. Самое смешное это то, что они продают эту выпечку очень дешево, дешевле, чем у нас. Мы, например, за сконы берем 3000 вон, они продают за 2,5. Финансие, крем с сыром и инжиром мы продаем за 2300, они берут, оказывается, 1800. Крокант, тоже финансия, только с грецким орехом и с миндалем, он стоит еще дороже у нас, 2500. Они их продают тоже по 1800. Сори Сэм говорит, почему они не спрашивают, потому что Сори Сэм считала, ну, ей сказали посчитать, во сколько обходится выпечка нам. И она ставила цену, она считала, сколько ингредиентов, и она ставила цену, она говорит, вообще вот сконы и крокант с миндалем, которые, они очень дорогие, и говорит, то, что они продают за такую цену, вы типа, короче, как говорит она, у нас что, благотворительность? Типа ничего от того, что вы делаете выпечку и продаете, ничего не остается. Кстати, вы же помните, что мы продаем еще пиво. У нас вот Хугарден, и дальше там есть Чинтао, китайское пиво. Это пиво нам завезли в прошлом году. Он стоит здесь минимум 6 месяцев. Минимум, как я помню, да. И, естественно, здесь и срок годности кончается, и как бы его нужно кому-то отдать, выпить побыстрее. Там и газов, наверное, не осталось. И знаете что? Они, наше начальство, решило нам продать бутылку за 2500 вон. А когда в магазине ты можешь 0,5. Вот, например, бутылку здесь 0,33, бутылка 2,5, это 4-10 тысяч вон, да? А в магазине ты 0,5 в кенах 4 штуки можешь купить за 11 тысяч вон. Здесь еще очень старое пиво. С Инстаграмом закончила, сейчас я буду делать сконы. Кстати, многие просили меня выложить рецепт. Я как-то выкладывала во влоге, и я хотела красиво снять еще одно видео,
отдельно рецепт сконов, но не сняла. И у меня всегда, вот последнее время, когда я делаю скону, блин, нужно было видео снять. И, короче, ходила-ходила, потом решила уже, ладно. Из влога вырезала вот момент, где я готовлю скон, где я делюсь рецептом, и отдельным видео я вчера загрузила на канал. Если вам интересно, можете посмотреть. Там не разговорное видео, там просто вот субтитрами я написала рецепт. Еще многие просят рецепты моих блюд, которые я готовлю дома. И когда вы пишете, я такая... Снять, не снять, потому что я всегда делаю все на глаз, и всегда я готовлю, как сказать, из того, что есть в холодильнике. Типа как, вот, ой, блин, это испортится, нужно что-нибудь приготовить, и это добавил какой-то суп, и вот так вот, знаете. И... Например, корейский супы, когда я готовлю, я всегда даю попробовать мужу. Если я блюдо там чуть-чуть не досолила, я могу это не заметить, за это я всегда даю попробовать мужу. А вот в основном, когда я готовлю корейские блюда, и он говорит, там нужно, но он всегда говорит, нужно добавить соевый соус. Почему-то корейцы в основном добавляют вместо соли соевый соус. Вот. Так, в самом разгаре пришли гости и заказали сэндвич. Мне нужно все это куда-то деть сейчас, убрать вот туда. Потому что здесь я буду делать сэндвич. Я вышла на обед, я вообще хотела купить нормальную еду на обед, но то место, оказывается, сегодня не работает. Я взяла вот такой morning muffin и курицу на шпажках. Вот так. Очень много кляра и немножко острое. Утренний маффин, как в Макдональдсе, мне кажется. Вкусно. Хлеб вкусный. Наконец-то я закончила с тестом. Наверху сидит всего лишь один стол. Наша Альба Сэм, Руби Сэм пришла и уже ушла. И сейчас я решила вот разделить сливочное мясо. Мясо, говорю, сливочное масло и расфасовать по пакетикам, чтобы было удобно. Уже дома и сели ужинать. Сегодня на ужин у нас мясо жареное. Вот наш рис. Здесь кимчи. И я приготовила соус самджанг. Очень вкусный. Здесь салатные листья. Представляете, сегодня мы продали всего лишь 21 чашку.
это очень мало для субботы. Не знаю. Манисо. Как будет манисо на русском языке? Тайто манито. А не урикапе манито. Всем доброе утро, друзья! Сегодня у нас воскресенье. Сегодня я открыла кафе в 10:20, потому что в пятницу одна женщина заказала у нас корзину цветов и должна была забрать в воскресенье в 11 утра. Но она вчера вечером позвонила, говорит, можно я приду завтра в 10:30? Я говорю, мы открываемся вообще в 11. Я говорю, давайте, я говорю, приду тогда до 10:40, вы тоже к этому времени приходите. Она говорит, хорошо, сейчас 11:10, ее до сих пор нет. Вот эта корзина цветов, которую она заказала, но она уже заплатила, когда в пятницу заказывала, так что... Точно придет сегодня. Я сейчас пеку сконы. Приготовила себе кофе. Буду пить кофе. И нужно протереть. И убрать всю эту выпечку. Вот эти вообще выбросить. А сконы убрать на скидку. Так, я уже испекла сконы и выставила сюда, свежие тут, а вот на скидке вон там. Смотрите, какой идеальный поднос, гости выпили все прям начисто, очень приятно. И здесь я пеку сконы, а здесь крокант в духовке. Знаете, сейчас 12 дня, эта женщина до сих пор не пришла. Что с ней? Надеюсь, с ней все в порядке. Я Хейнзем говорю, она до сих пор не забрала корзину с цветами. Она говорит, она не звонила. Я говорю, нет, обычно же типа звонят, если типа задержатся. Я говорю, не знаю, она не позвонила, ничего. Я пришла обедать и опять ем суджеби. Да, то есть. Очередной день, когда я ненавижу готовить сэндвич. Заказали сэндвич, после этого пришли гости, и у меня истерика. Сейчас 5:00 вечера, представляете, корзину с цветами до сих пор не забрали. Человек сказал, что придет 10:30, он до сих пор не пришел. Но она позвонила, конечно, сказала, что у нее дела, там она задержалась. Сказала отправить сына, но до сих пор нет. Надеюсь, до 8 придут. А то я закрою кафе и уйду.
покажу вам, как выглядит мое рабочее место. Я испекла всю выпечку, осталось только по пакетам разложить. И все. Вот здесь вот Мадлен. А дальше вот тихий ужас. Сейчас все буду убирать. А здесь тоже. Корейская деревня. О, красивая кофейня здесь. Здесь такой очень интересный вход. Здесь пальмы, что ли? И я не могу понять, они искусственные или настоящие. Как мороженое со вкусом кофе. Такое необычное сочетание, но вкусно. Сразу чувствуется вкус авокадо и кофе, и это так необычно, но очень вкусно. Всем привет, друзья! Я с вами сегодня нормально не поздоровалась. Сегодня вторник, у нас выходной, и мы приехали в маленький город, который находится недалеко от Кёнгсана, который называется Чонгдо. Сюда мы приехали, чтобы посетить вот это кафе, где мы только что были. И сейчас приехали посмотреть на вот такое маленькое озеро. На карте это выглядело получше, но, видимо, сейчас не сезон, здесь не на что смотреть. Но все равно, так как мы уже здесь, решили здесь немного прогуляться. Здесь очень-очень тихо, исключая вот этот трансформатор, который сейчас гудит, и людей нет. Раз уж мы пришли, решили здесь сделать фотографии.
Здесь очень прохладно. Вот тут написано, что если вы хотите туда подняться, нужно разуться. Представляете, как здесь будет красиво, когда здесь цветут лотосы? Нужно приехать, когда сезон. Они йоги к коси пьют того же. Мы приехали в Кёнгсан и сегодня решили раскошелиться и сходить на массаж. Массаж стоит, если платить наличными, 50 тысяч вон на человека. Аромамассаж 90 минут. Вот. Сегодня я получила зарплату, так что мы решили сходить. Вот называется Чоун Тай. Тай-массаж. Смотрите, здесь вот такой вот знаки прилепили. Это как? Шаманизм на русском как будет. Тоже верят, что такие вот эти символы приносят удачу, видимо. Ой. Так, мы пришли. Сначала, кажется, нужно выбрать здесь масло. Каким маслом хочешь. Я выбрала жасмин. Нинен Мокуляс. Смотрите. Так, идемте, идемте. А вот мы будем здесь делать массаж. Здесь есть вот одежда сменная, нужно переодеться и все сложить в этот шкафчик. Так, сначала будем делать массаж ног. Я думала, они будут делать массаж стоп, но нет, они просто помыли нам ноги. И сейчас пришли, будем делать массаж. Спросили, какую зону больше массировать, я сказала, вот плечевую. Вот плечи и шею. Вот, надеюсь, будет хороший массаж. Если вы заметили, у меня сейчас ужасная картинка, потому что у меня камера такая маслянистая, что ли, я не знаю, чем ее вытереть. Я всем попробовала, вот полотенчиками здесь попробовала протереть, но у меня вот камера на телефоне очень жирная, из-за этого картинка такая смазанная. Нужно мне нужны влажные салфетки. One hour later. Друзья, это было шикарно. Полтора часа. Ах. Мы уже приехали домой. Это было самое лучшее полтора часа в последнее время. Блин, она так классно сделала мне массаж. Еще она, знаете, массировала вот эти триггерные точки, которые я в жизни не ощущала. Там вроде бы я ходила, ничего не болит, но она когда массировала прям мои икры, мои руки, прям классно сделала массаж. Огромное спасибо. Там еще после массажа я помылась, там в душе, в душевой, оказывается, есть все, даже лосьон для лица после душа. Так что я помылась, сейчас мы приехали домой и сели ужинать. И на ужин у нас сегодня будет рамен, давно не ели рамен. И здесь помидоры я порезала, и плов с машем я вчера готовила. Вот такой у нас будет ужин. Еще сегодня 21 марта в Казахстане отмечают Наурыз. Это день прихода весны. У нас на этот праздник готовят наурыз кузе.
И знаете, как я обожаю наурус-кузе и думаю приготовить на днях. Только мне нужно откуда-то раздобыть конину или козе. Козе – это колбаса такая, которая делается из конины. Вот. Я нашла в Сеуле в каком-то магазине, они сами, оказывается, готовят, и если там есть, я закажу. И хочу приготовить наурус-кузе. Мой муж, мне кажется, никогда... Наурус-кузе мало ванчуйса. Вот. Надеюсь, у меня получится. И... Вот, ждите, я вам покажу.